Казахи делятся на три типа. Вот думаю себе Рейнджика нового взять или Мерса 223-го. Или сразу два взять, да? А чё, рулетка зачем тебе? Да это для тех, кто постоянно этим местом мирится, жесть. Чтоб сразу знали, видно было. Второй тип скромняга. Ты чё себе новую машину купил, что ли? Да не, это старая. Перевёртыш ужасно, битая вся, капец, короче. Ладно. Ты чё себе новые часы поднял, что ли? Да это как у всех обычные часы, вы чё-то смотри. Дешёвка. А, ну-ка. Ты чё себе золотую цепочку купил? Да это бижутерия. И третий тип. Это чё, оригинал Луи? Не-не-не-не-не, ты чё, это у Дяхма взял я так? И то на два размера большие, так чисто поносить. Скоро отдам уже. Ты чё, в этом коттедже живёшь? Да, не-не-не-не-не-не, ты чё, это родственник, я так чисто в гости приехал, да. И то точно не знаю, по-моему, там друзей. Это твой джип? Не-не-не-не-не, ты чё, это я у жездюхи взял так покататься. Санжар, ты чё здесь стоишь? Какая ж ты красивая. Да я просто накрасилась. Ты же моя мечта. Санжар, ну не в рабочее же время. Когда же ты будешь моей, а? Вообще-то у меня отношения. И ты тоже женатый. Камри, 70-ка. 3,5, полная комплектация. Идем работать. Сейчас с Аляскарной я спрошу, может продает. Идем работать, говорю. О, наконец-то Алга поеду. Свежий воздух, кайфану целую неделю. Шашлычок, купаться буду. Сағындым Алматымды, сағындым Кальянымды. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Чё, как, готовы? Да, так, Хаким, да? Хаким. Поздравляю, твои новые права. Я чё, теперь официально водить могу? Именно так. Да, Кай, сколько я тебе должен? 80. 80 тысяч тенге. Так, раз, два. Короче, любой вопрос по автоцону, мой номер знаешь. Вообще всё решается, сам же понимаешь, да? Смело набирай так. Всё, 80 тысяч, теперь только у тебя права буду брать. Всё, давай, друзьям скажи. Так. Обязательно. Давай. Ахмед, брат. Так и говорить, прикинь. А, кстати, донерка у тебя что там? Все, открылась донерка, магазин. Я на замоке мы по торговле надавили. Ага. Ну, как всегда, вот. Ага. Все, он говорит, стойте сами, бесплатно. Что хотите, то и делать. Ничего не платите. Ни аренду, ни налог. Да, ну, дурус, правильно. А у тебя что, помойки? Да, помойки там проблема была одна, оказывается, родник рядом. Да ты что, народ не кипишовал? Чуть-чуть начали кипишовать, я зашел, показал, кто я, что я, с кем работаю, и все, кипиш, все, нормально. Ну, как работает. У меня примерно, с Колянной, я же Колянную открыл. Ну, ты что, сейчас запрет стоит? Ну, запрет как стоит? У кого крыши нет, связи нет, на тем запрет. А у кого есть, как всегда, вот, как работали, так и работаем. Внутрик запрет какой? Блин, если вот так посмотреть, у нас с тобой жесткие темы, да? Жесткие, движники жесткие. Я просто вот думаю, мы же с тобой, Айдарик, обычные водители. У наших шефов вообще, наверное, движение, да? Космические. Шеф идет, давай, все, нас все, наберется. Давай. Слушай, Аза, поддержи по-братски, мы же друзья. Сейчас жена подойдет, ты просто соглашайся вот с тем, что она будет говорить просто и все. А, все, окей. Выручи. Привет, Динар, как дела? И чё, как погулял в сауне с девочками? А ты откуда узнала? Как откуда? Ты расплачивался с карточкой моего мужа. Да там просто этот кэшбэк хороший, когда карточкой платишь. Мог бы наличными, знаешь, чтобы не палиться. А чё ты машину берёшь моего мужа? У тебя же есть машина. Ты откуда узнала? Волосы, туфли. Да у меня машина просто на ИСТО стоит. А он бедненький Жаном сидел на работе до утра, ждал, пока ты своих баб развезёшь. Жан. Не общайся с ним, пожалуйста, хорошо? Я видеть его не хочу. Придешь. Медя, вот ты черт, отвечаю. Да что случилось? Это, мы же друзья, мы же должны друг друга так поддерживать. Вот ты вчера капец гулял, да? Мог бы позвать же хотя бы, да? Косел, блин. Пойду я лучше ей расскажу все. Нет, это не я гулял, пойди. Ё-моё, осторожней будь, Мирхан, ты че, ё-моё? Че случилось? Че случилось? Капля отлетела, бля, в лицо попала, жесть. Нормально? Как проходит мой день, по мнению моих хейтеров?
Просыпаюсь в 15.00 и сразу же рекламирую все букмекерские конторы, потому что во мне нет ничего святого. Потом ем еду по бартеру, потому что я в своей жизни палец о палец не ударил. Затем ворую идеи для видео, ведь придумать свои у меня мозгов не хватает. И вообще я плагиатчик. В магазин иду, покупаю хлеб, молоко и всякое другое, естественно, по бартеру. По дороге домой отказываюсь фотографироваться с подписчиками, потому что я зазнался. Далее еду в лифте по бартеру. Снимаю ролики с безумной женщиной, потому что внутри себя чувствую трансгендером. И также специально снимаю видео на русском языке, я же не патриот своей страны. Вечером сижу в Тиндере и жалею, что здесь нет девушек по бартеру. Семейные будни. Слушай, Дарюш, Жума со стороны приехал, сауну зовет. Как думаешь, что придумать, чтобы не пойти туда? Надо какую-то отмазку придумать. А что не пойдешь? А что? Можно что ли? Нет. Я сказала нет. А, ты нет сказала? Да. А то мне послышалось, как будто да сказала. Уважаемые пассажиры, добро пожаловать на борт Хай 737. Наш путь совершается Актау-Акшекур. Пассажиры бизнес-класса, просим вас пристегнуть ремни безопасности, а остальные пассажиры можете просто завязать. На борту имеется два выхода, боковой и также задней части борта. Туалеты расположены в двух концах, Актау и Акшекур. Желаем вам приятного пути, оставайтесь с нами. Эй, Карандас, какая стюардесса, ты просто кондуктор сумо. Давай быстрее, маршрут на голодном болтку. Спасибо всем, что скинулись деньгами, но, ребята, я день рождения не буду исправлять. Пандемия же, ребята, ну нельзя же, штрафы там. Так, ну-ка посмотрим, кто тут у нас появился. Шорты какие-то непонятные, кажется, в секонд-хенде, что ли, взял. Футболку, кажется, у бомжа отобрал, что ли. Он что, издевается? Думает, что сможет что-то себе купить здесь? Блин, нужно его срочно остановить как-то, чтобы он просто так вещи не разбрасывал. Вам что-то подсказать? Нет, спасибо. Подсказать тех поедал, а? Подскажи, почему так дорого все? Все подорожало, ё-моё. Если что, я здесь. Нет, Дидо, еще. Скажи, как есть, что ада скитндет. Подсказать тебе, вайдак пылесоса, ё-моё. А если у меня денег нет, будешь подсказывать? Капец, еще и цены такие у вас, конечно, ё-моё. Так, нужно теперь беспалевый тип. Блин, а еще палить до того. А что я говорил? Не твой уровень, дорогой. Сейчас по-любому, наверное, думаю, что это не мой уровень. Это мой уровень. Алда, их тохнуться там, нормально. О, Карин, привет. О, привет, Чинга. Как дела? Отлично. Гуляете? Да, гуляю. Блин, тороплюсь, извини. Все, ладно. Пока. Давай, пока. Это что было, Чинга? А что было? Да ты охренел, что ли? А что было, Маш? Да я видела все своими глазами. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. Кабель, Чинга, все с тобой понятно. Маш, да что было? Здесь солярий ближайший. А, не знаю, а Тугис? Тугис? Да я не знаю, мы просто вчера заезжали, вот друга оставил там на часик. Смотрите его как поджарили. Друга, говорю, поджарили. Серьезно? Он как я был, заходил. Да? Ну, он точно не солярий. Солярий, брат, скажи. Вот, он даже на русском заговорил после солярий. Да вам солярий. Ну, надо заново отмыть его. А нету такого функции, чтобы заново отмыть? Нету? Че, брат, таким, походу, будешь до конца? Не знаешь этот, где здесь хозяюшка магазин? Хозяюшка, да. Просто отбеливатель надо купить. Надо чуть-чуть кента, короче, белым сделать. Да, нужно. Зачем белый? Он на этот едет, на White Party. А-а-а. Салам алейкум. Этот английский как у тебя, брат, не знаешь? Я просто с ним хожу целый день. Надо ему объяснить. А то он целый день, брат, за мной ходит. Я не знаю, как сейчас попрощаться с ним. Блин, тоже слабоватый английский. Слабоват? Да. Я вот не знаю, как же отшить его. Он думает, что мы с ним кенты, капец. You speak English, right? So-so. So-so. What's your name? Рустам. Рустам, nice to meet you. So this is my friend here. You just want to, you know, say goodbye to me. I'm always trying to say. Видишь, он думает, что мы друзья, короче. Yeah, а мне уже ехать надо, братан. Даже не знаю, чем помочь. Да? На уйгурском тоже не знаешь, да? Он просто челика сам.
И знаешь...